Далее мы услышим Софию Механошину на кларнете. Исполнено два нам сегодня произведения. Пуленко соната для кларнета, вторая часть. И Винский бабочка. Класс заслуженного артиста Российской Федерации, профессора Евгения Александровича Петрова. Партия фортепиано Алексей Сергунин. Детская музыкальная школа колледжа имени Шопена. Ну, пока заходите, а я в двух словах скажу, на меня огромное впечатление София произвела весной, когда они поехали на конкурс в Болгарию, и конкурс там проходил до 15 лет среди всех номинаций. Среди всех номинаций прошел этот конкурс, и там были пианисты, скрипачи из всех стран, из Соединенных Штатов, и именно ей 12 лет дали гран-при. И она играла второй концерт Вебера, то, чем мы заканчиваем обычно к Московской консерватории. Вот я просто хочу свое движение души просто вам рассказать. Для меня это был шок, конечно. Давайте послушаем, в какой форме у нас Софья.